Доброго дня, шановні пані та панове. Український кризовий медіа-центр продовжує робочий день. Ми вітаємо всіх, хто долучився до нас в прес-залі і дивиться онлайн. Тема наступної прес-конференції – презентація торговельного дому зі штаб-квартирою в місті Рига, експортні можливості в ЄС для українського бізнесу. І ми передаємо слово спікерам. Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні будемо розмовляти російською. Наші гості розуміють, але не спілкуються українською, на жаль, поки що. Еще раз добрый день, уважаемые коллеги. Мы рады вас приветствовать, рады приветствовать наших коллег, которые смотрят онлайн эту встречу. Сегодня мы продолжаем работу торговой миссии от Латвии в Украине. Сегодня у нас брифинг. Мы хотим позиционировать торговый дом со штаб-квартирой в Риге. И первое слово я хотел бы передать председателю управления торгового дома Александру Петрову. Доброго дня, уважаемые друзья, уважаемые зрители. Совершенно верно, в наше непростое время произошел прорыв и офлайн история Латвия-Украина в урезанном формате, в формате торговой миссии произошла. То есть с господином Межелюсом, это представитель Латвийского инвестиционного агентства в Украине, мы прибыли с торговой миссией для того, чтобы обозначить возможности украинского экспортного бизнеса в Европе. То есть в том числе возможности софинансирования, возможности экспортного развития как в одну сторону, так и разговор идет о том, что размещение европейских заказов на производствах в Украине под формат private label, потому что сейчас вот этот коронавирус, он становится не всегда удобен Китай. Мы сейчас как раз вот торговый дом как структура помогает европейским компаниям зайти в производство украинские. И, конечно, основная наша миссия – это работа экспортного направления по украинским производствам, по украинским товарам, по украинским продуктам. Спасибо, Александр. Но я думаю, что вы еще нам расскажете кое-что о торговом доме. Я хочу обратить внимание, что торговый дом работает на двух площадках. С одной стороны, штаб-квартира в Риге, с другой стороны, в Киеве. Я представляю интересы торгового дома на правах партнера Александра здесь. И я хотел бы слово передать сейчас дипломатическому атташе в Латвии по экономическим вопросам, руководителю государственной структуры ЛИА Межелис Айнарс. Пожалуйста, вам 5-7 минут. Да, спасибо. Добрый день всем. Спасибо за приглашение участвовать в вашем брифинге. Да, я представитель Латвийского инвестиционного агентства и развития в Латвии и Украине. Таких представительств в нашем агентстве, это агентство подчиняется Министерству экономики, в то же время я экономический атташе Латвии в Украине как дипломат. В нашем агентстве таких представительств больше 20 странах мира. И главная наша задача заниматься экспортом латышских товаров в разные рынки, в моем случае в рынок Украину, и привлечь латышские инвестиции в Украину и украинские инвестиции в Латвию, создавать совместные предприятия, потому что непосредственно наше агентство занимается тем, чтобы создавать такие совместные предприятия или на территории Украины, или на территории Латвии. Интерес больше и больше нарастает с обоих сторон. И я скажу сказать, может быть, в экономическом случае в каком-то мере эта пандемия даже помогает, потому что люди поняли, что надо работать намного быстрее, намного конкретнее. И те, которые первые в это время будут что-то сделать, что-то совместно создавать, они в конце концов выиграют. Потому что бизнес всегда есть фактор риска. И как мы говорим, в народе, кто не рискует, не пьет шампанское. Да, и может быть это и тот случай. В то же время, скажем так, что
территория Латвии интересна для Украины с тоже с точки зрения, как наша страна член Евросоюза, и если инвестируется территория Латвии, создается предприятие, то уже продукт создан на территории Евросоюза, его легче не делить европейский и мировой рынок. И наоборот, создавать какое-то производство на территории Украины и произвести совместно товар, который потом хорошо можно продавать. И второй момент, то, что уже в правительственном уровне пару недель назад были межправительственные переговоры между Латвией и Украиной, и обговорился с обоих сторон, ну, скажем так, по бизнесу номер один теперь транзит и логистика. Это латышские порта, потому что у нас есть три больших порта, две из них Вентспилс, Лепая, которые не замерзающие порта и работают круглый год. И все порта считаются свободной экономической зоной, где если что-то производится на территории портов, они не облагаются никакими налогами. И это очень интересно украинской стороны, ну, насчет экспорта своих продуктов, как, например, зерновых продуктов через латышские порта. То же самое логистика, то же самое железнодорожные перевозки, контейнерные перевозки, то, что мы называем север, Прибалтика, дальше в юг, Каспийское море, Скандинавия, Прибалтика и Каспийское море. Развивать этот момент. И третий момент – увеличить полеты, авиарейсы между прибалтийскими странами и Украиной. Как мы знаем, перед пандемией было уже несколько рейсов в день, даже в один момент, когда еще МАУ летал, не только Air Baltic, было 6 рейсов Рига-Киев, теперь осталось 4, но, к сожалению, пока они все закрыты в связи с этой ситуацией с коронавирусом. И были полеты и Одессу, и из Риги, и из Львов. И мы намечали уже, были переговоры с Air Baltic в ближайшее время открыть полет в Запорожье, потому что для нас это очень интересный регион. Запорожье, Днепр, это, ну, как сказать, такой промысловый регион, и этот интересен с обоих сторон. И перед тем, как началась вся эта история с вирусом, поток туризма с Украины каждый год в Прибалтику, в том числе в Латвию, прирос. И вообще туризм развивался очень быстро в Латвии каждый год. Но в сравнении с 2018 годом, 2019 годом прирост туризма в Латвии был на 12%. Строилось очень много новых гостиниц. Очень большой поток туризма был из разных стран. И Украина была одним из первых мест по числу туристов Латвии. Такая моя задача. Теперь я работаю большинство здесь, но бизнес не строится только сидя на месте. Я еду по всей Украине и наоборот в Латвию, передаю контакты, сведу вместе предприятия, сведу, работаю на политическом государственном уровне вот тем большим проектами. И ну, то, что я делаю, стараюсь делать. Айнарис, вы, ну, во-первых, мы очень рады, что вы возглавили эту миссию, потому что вы очень хорошо знаете Украину, давно с ней работаете. Вы, будучи еще мэром одного из городов, коммуницировали очень хорошо с нашими городами. Вы, как депутат Сейма, тоже активно принимали участие во взаимодействии между Украиной и Латвией. У меня два вопроса к вам. Когда наши чиновники перестанут путать Литву и Латвию? Первый вопрос. Мы часто слышим такие вещи. И с чем это связано? И второй вопрос. В этом году было намечено очень много делегаций со стороны Латвии, в том числе и посещение вашего президента нашей страны. Насколько эти сохранятся все истории? Они сместятся или отменены? Наши зрители хотели бы знать вот эти моменты.
Да, спасибо за вопрос. То, что я хотел сказать, да, есть, я 13 лет был руководителем самоуправления Латвии, это 15 лет назад я начал содружество с городами Украины, моим родным городом, где был мэром, Смилтона и Драгобича, Львовской области, Пустомит Львовской области, и теперь у нас уже есть третий город содружества на моему городу, это Доброслава, Одесской области. Потом я стал депутатом парламента, возглавил межпарламентскую группу сотрудничества между Украинской Радой и Латышским Саймом. И в то время я свел вместе, скажем так, свято примерно 10 городов Латвии и с Украиной. И они до сих пор, я знаю, сотрудничают, работают. Ну, этот год нес какой-то, ну, скажем так, спокойствие, потому что большинство может только по интернету, вебинар формате. Но я знаю, ну, пример, один пример, проект все равно идет, и проект идет с еврофондовыми деньгами. И, например, Нижин Черниговской области дружит с Прейли Латвии, и там был такой конкурс художественных работ, рисунков детей с трех стран, Грузия, Украина, Латвия, с самоуправлением. И они обменялись этими рисунками, была специально создана жюри, и теперь вот заключительный сегодня тоже 3 часа вебинар в формате, когда, ну, будут, скажем так, сказаны победители, призы выделены детям, которые из всех трех стран выиграли. И насчет того, почему путают Латвию с Литвой, наверное, в первую очередь, потому что очень похожие названия. Языки тоже близко можно понять друг друга, если спокойно, медленно разговаривает. И думаю, что, ну, мы соседи, и люди иногда, может быть, не различают. И мы не обижаемся на это, потому что это Прибалтика, и мы в многих проектах, многих, скажем так, больших экономических проектах не говорим только Латвия, Литва, Эстония, мы говорим, это проект Прибалтики. Например, Балтика, которая теперь начинает строиться, новая эта железная дорога, которая будет соединять Скандинавию через Прибалтику и дальше Европу. Тоже идет межправительственный переговор, который был намечен с украинской стороны, делать ветку из Варшавы в сторону Львова, чтобы соединить и присоединить в будущем, может быть, втором туре Украину к этому, потому что это очень важно для Украины, для транзита, и не думаю, не только для Украины, для всей Европы, Прибалтики и Скандинавии в том числе. Так что это то. А насчет того визитов, да, в этом году был намечен и 3 раза откладывался визит нашего президента и вашего премьера в Латвию. Последний момент, даже он был намечен 19 ноября, но последний момент его отменили, потому что Латвия вела и Эстония чрезвычайное положение. У нас тоже, как у вас, заболеваемость, к сожалению, идет вверх, не сокращается. И теперь даже Латвия, если считать по числу населения и заболеваемых, и тестов, которые делаются примерно 1:1 с Украиной уже. Так что, ну, слава Богу, я могу на своем примере сказать, я, слава Богу, легко перенес, я уже переболел этот вирус, тогда теперь я могу с вами встречаться, разговаривать намного спокойнее. Как мне сказали врачи, на полгода ты можешь быть спокоен уже. Ну, это страшно, и я реально надеюсь, что это скоро закончится. Насчет визитов, да, завтра у нас специальный разговор между нашим посольством, Министерством иностранных дел Латвии и нашим агентством, когда мы будем разговаривать насчет планов на будущий год. И слава Богу, что теперь все поняли, что экономика – это номер один. И будут делаться так, чтобы не дублировать визиты министра, визиты премьер-министра, президента. Вместе с тем будут налаживаться какие-то экономические
скажем так, или выставки, или бизнес-форумы, чтобы, если, например, есть визит президента Латвии и Украины, чтобы вместе с этим прилетели бизнес-делегации, президенты открыли этот бизнес-форум, потом они своя программа, а бизнесмены уже разговаривали между собой и продолжали работу. Или и другие, например, планировался визит в сентябре нашего президента, и был намечен, что оба президента Украины и Латвии будут открывать бизнес-форум в Харькове, это по сфере IT. Там большой у вас харьковский IT-кластер, где больше 1200 компаний, и готовы были с нашим президентом прилететь, несмотря на коронавирус, где-то 30-40 латышских IT-компаний участвовать. Но этот форум все равно будет в вебинар-формате 30 ноября состоится, и они будут общаться, харьковский IT-кластер, с латышскими IT-компаниями. Спасибо. Александр, перейду к вам с вопросами. Ну, вы совершили с командой предпринимателей подвиг, на мой взгляд, приехали в такое трудное время, понимая, что вернувшись домой в Латвию, вы будете 10 дней на самоизоляции. Я вам желаю успешно долететь вашей команде назад, не болеть. Знаю, что сегодня еще будете посещать промышленный форум. Пару слов расскажите, пожалуйста. Вам вчера было вручено удостоверение в торгово-промышленной палате на большом мероприятии, где участвовали наши послы с одной и с другой стороны. Что вы теперь будете представлять интересы торгово-промышленной палаты Украины в Латвии. Про это пару слов скажите, пожалуйста. И второй вопрос. Вот много скептиков, говорящих о том, что если открывать торговый дом, то надо было открывать в Варшаве, в Праге и так далее, ближе к Европе, европейской, как выражаются ребята. Вот пару слов, приоритет и в чем интерес, когда предприниматель заходит через вашу площадку. Да, большое спасибо за хорошие вопросы. Да, совершенно верно. Вчера господин Чижиков вручил так называемую велительную грамоту о том, что я имею честь представлять торгово-промышленную палату Украины в Латвии. Это событие стало еще одним экономическим мостиком, который институционально начал объединять наши страны. То есть мы сейчас говорим уже о том, что бизнес не ищет друг друга по Гуглу, а уже обращается в институции, получает необходимые консультации с помощью господина Межелеса, можно говорить про софинансирование европейское и про те возможности, которые открывает непосредственно европейский рынок для украинских продуктов. То есть понятно, что это работа, это не волшебные пилюли, это каждый этап, это труд коллектива, намерение непосредственно самих владельцев бизнеса, это основное, как вот мы уже поняли, что самое основное, это когда владельцы и генеральные директора стратегически видят себя в Европе, тогда ну, препятствий становится значительно меньше. Что касается рисков и как входить? Ну, вот вопрос, чем отличается Литва от Латвии. Сразу отвечу, что в Латвии налог на прибыль ноль. То есть в Литве все дорого. То есть зачем вам платить там, когда можно не доплачивать нам? То есть, не только одной буквой, да? Да, то есть и это все мы говорим именно в цифровом значении. Никаких, скажем, эмоциональных составляющих. Берем калькулятор, считаем, сколько там заплатим, сколько здесь. В Латвии только распределение дивидендов облагается налогом. Все, что реинвестируется, а вы знаете, что предприятия на начальном этапе всю прибыль в основном вкладывают в основные средства, в оборотку, то и при этом остается большой уровень капитализации. То есть если вы заработали миллион, вы объявили прибыль миллион, не надо в декабре искать способы, чтобы прибыль стала ноль, а вы показываете миллион, и этот миллион является уже отчетным для ваших партнеров. То есть они видят, что вы доходная компания, что вы не некая форма, которую там, как-то было раньше принято где-то в других странах. Поэтому вот это первое, что, собственно, основное и причина, почему мы это сделали не в Варшаве, мы это не сделали не в Берлине, потому что там дорого,
При этом сейчас логистические направления, незамерзающие порты, возобновление зубра, как это поезд контейнерный. Ну, конечно, еще один важный момент, что глава бывшей латвийской железной дороги сейчас возглавил контейнерное направление в украинской железной дороге. Я думаю, что это тоже поспособствует усилению латышского транзита, латвийского транзита через наши порты, через вашу железную дорогу, через нашу железную дорогу, и это поспособствует товарообороту. А торговый дом как институция – это коммерческое образование, которое работает в формате B2B с европейским бизнесом. Когда мы, как говорится, бывает так, что европейский бизнес не всегда готов входить в переговорный процесс с украинскими предприятиями, ну, там по разным причинам, ментально не это самое, языковой барьер, еще какие-то формации. Мы как раз это полностью все убираем в формате персональных менеджеров по компаниям в торговом доме, которые ведут непосредственно направление. То есть у нас есть уже там достаточно много успешных проектов, которые эффективно работают. Понятно, что не каждый проект может претендовать на европейский рынок и не каждый бизнес, но это уже... как бы нет тоже ответ. То есть если ты понимаешь, что тебе надо доработать что-то, то есть ты хотя бы не тешишь себя иллюзиями и не уходят бюджеты в ту иллюзию, которую ты как предприниматель испытываешь при входе в европейский рынок, что там всех ждут. Нет, ждут компетенцию, ждут сервис, ждут качество и ждут хорошую, понятную коммуникацию. И Саш, ну смотри, с точки зрения предпринимателя, основная проблема – это страх. Страх незнания территории, незнания местных особенностей. Причем как с одной стороны, так и с другой стороны. И вот торговый дом получается не только как точка входа в Европу, скажем так, как раньше говорили, окно в Европу. Сегодня вот Латвия хорошо, скажем так, может соревноваться вот с таким названием. И вот этот страх именно ваши менеджеры убирают. Плюс, насколько я понимаю, нет проблемы по языковому барьеру. На первом этапе очень много русскоговорящего населения. Да, Латвия не является таким мощным потребителем продукции, потому что численность и население не такое большое. Но, тем не менее, вот очень много преимуществ. И расскажи про пару кейсов, которые уже успешны для того, чтобы предприниматель понимал, как можно работать и за какой период времени, в принципе, можно прийти к результату? Хороший вопрос, долгий. Я отвечу, скажем, некой метафорой. То есть, если человек заходит в темную комнату, ему надо найти фонарик в темной комнате, где он не знает, где он лежит. Найти фонарик, включить, найти выключатель, включить, и тогда комфортно себя чувствует. Вот в данном случае торговый дом – это... тот свет, который предприниматель Украины получает, зайдя в комнату. То есть он не ищет фонарик, он не ищет выключатель. Все уже готово. И дальше уже идет... Бери и пользуйся, да? Скажем, да, да, совершенно верно. То есть уже можешь обживаться. Понятно, что это, еще раз, это этапы. То есть каждый бизнес имеет этапы развития, в том числе европейские. То есть это... в том числе какие-то формации, которые вот есть заблуждение, что регистрация украинского бренда в Украине является типа по всему миру. Вот у меня сталкивался постоянно, что мы же в Киеве, мы же в Украине. То есть нет, это тоже, потому что можно выйти с брендом на рынок, и конкуренты, которые как бы существуют, и они не всегда спят, они могут зарегистрировать вашу торговую марку в Европе, и вы уже потом юридически не сможете ее отстоять, потому что регистрация первая произойдет в Европейском Союзе, и приоритет украинского бренда не будет распространяться, вот как многие думают, что если что, у меня первая рука, я его там 20 лет вынашивал, этот бренд, не будет этого. Первый формат. Второй формат. Мы удешевляем вход. То есть, если, скажем, компания на данный момент не знает рынка, не уверена в чем-то, но имеет экспертов по рынку, как бы, то позволяет то, там, с помощью персонального менеджера не создавать свои совместные компании на начальном этапе, а это уже перенести на тот этап, когда понятно, что рынок потребляет продукт и прибыль
имеет место. То есть это тоже, это, ну, меньше денег можно спалить на входе. То есть это тоже очень важно предпринимателю, как бизнесмену считать все. То есть без денег не считай, ничего, ничего хорошего не выйдет. Поэтому торговый дом, как институция, мы не рассматриваем Латвию, ну не то, что как рынок, это правильно, у нас живет там 1 900 000, это район Киева или два тут. Поэтому, но с точки зрения... Нет, с точки зрения исторической некой перспективы, мы, как уже с Айнерсом неоднократно говорим, что мы знаем, вы идете сейчас по нашей дороге, которую мы прошли лет 5-7 назад, и мы, в принципе, видим следующий шаг и видим те ошибки, которые вы не всегда видите. Сейчас мы со стороны понимаем, что вот мы уже тут набили шишек, и мы можем дать ту компетенцию, чтобы в Украине бизнесмены не делали каких-то лишних телодвижений, не тратили денег, а использовали опыт финансирования с Латвии для того, чтобы увеличить свою доходность и свою эффективность как структуры. То есть что уже мы говорим, что это уже не украинская компания может быть, а тогда это уже украинская компания становится международной структурой, которая работает на рынке Европы. Ну, Латвия в данном случае это место, где находится торговый дом, а работаем, контракты у нас Германия, Франция, Испания, Италия. Сейчас вот осваиваем рынок Скандинавии, тоже достаточно успешно. Понятно, что каждый продукт требует подхода, но поэтому мы и говорим о том, что компетенция украинских специалистов на очень высоком уровне. Если брать профиля, очень сильные технические форматы, очень сильные сервисные форматы, очень сильная продуктовая тема. Ну, продуктовая тема — это такая отдельная формация, там очень жесткие конкуренции и в Европе, эмбарго где-то выставляется, защита внутренних рынков, как бы. Но это, опять же, это вопрос желания движения. Если оно есть, тогда что-то можно двигать. Александр, и вот на примере успешного кейса, чтобы предприниматель понимал, насколько по времени он должен рассчитывать для того, чтобы выйти на позитив? Полгода, год, вот, чтобы люди понимали, на что рассчитывать. Ну, скажем, успешный кейс, мы можем говорить о предприятии «Одесса Кабель». То есть мы работаем уже в совместном бизнесе уже порядка, наверное, 1,5 лет. И только сейчас, вот только сейчас мы вышли на госзаказы, которые, собственно, могут загрузить предприятие на достаточно долгий промежуток времени. Тут самое главное, чтобы потребитель в Европе убедился, что это не разовое желание, что это системный подход украинской компании. Как только он убедиться, а это вот требует времени, тогда он сразу входит в активную фазу переговоров. Когда это происходит? На каком-то продукте это может произойти через полгода, на каком-то через год, на каком-то через полтора. То есть, еще раз говорю, мы не обещаем каких-то, ну, волшебных историй. Мы говорим о том, что все, что мы делаем, это результат совместной работы каждый день. В оперативном режиме, там, с какой-то, с эмоциями, с руганью, с позитивом, там, с негативом. Но это часть жизни. То есть нормальные рабочие процессы, да? Ну, совершенно верно. Если мы знаем бизнес, то там крики есть и всякое разное. Ну, смотри, для более успешной работы есть взаимодействие с Международным выставочным центром в Украине на Левобережке. Есть уже подписанный контракт с БТ-1, с выставочной компанией, которая позволяет украинскому бизнесу приехать и показать. Есть успешный опыт проведения выставки Riga Food. Вот буквально пару слов на примере вот этой выставки. Как это проходило и что получил предприниматель? Вот то, что я говорю, украинцы более компетентны, да? Вот. Да, совершенно верно. Есть у нас контрактная история с Международным выставочным центром на Левобережье, где мы, собственно, с господином Межелесом планируем развитие латвийских стендов как институции, где мы можем рассказать про Латвию, про латвийский бизнес, про латвийские возможности, познакомить, скажем так. Да, у нас есть контракт с нашим выставочным центром, это у нас на Кипселе в Риге, тоже ошибочно.
точно считать, что это локальная выставочная история, потому что мы закрываем в основном Прибалтику и Скандинавию. То есть выставки, которые проходят в Латвии, это вот тот регион и чуть-чуть, может быть, Польшу. Куст. Да, то есть это такой, как бы, это уже это, исторически высчитано. Прошла совершенно верно вот в формате вот пандемии, но у нас был какой-то момент, когда у нас там вроде как бы все кончилось, и в сентябре прошла выставка «Рига Фуд», где были представлены как украинские компании, конечно, мы представляли их в онлайн-режиме, не онлайн, в офлайн-режиме, но через онлайн-консультации по продукту, вот так, наверное, будет правильно сказать, которые уже имеют позитивный формат по контрактам с торговыми сетями. И самое главное, мы как бы предлагаем латвийским компаниям размещать продукт на рынке Украины, потому что рынок Украины с точки зрения предпринимателей Европы является где-то рискованным, но та норма прибыли, как мы знаем, в капитализме норма прибыли определяет степень возможности риска. То есть как бы у нас, если 3% в год зарабатываешь, это счастье. 5 это волшебники. То есть здесь как бы норма прибыли, как мы с друзьями говорили, 20-30% это ты еще ничего не начал, да, то есть как бы ты еще просто начал разговаривать, разогреваться. Поэтому вот эта норма прибыли, она является, и компетенция латвийского бизнеса является очень возможной. Хорошо, спасибо. Айнарис, к вам вопрос. Ну, ваша структура, я знаю, занимается не только продвижением коммерческих проектов, но и культурных. Расскажите, какой опыт есть по этому поводу или какие есть планы. И хотелось бы пару слов услышать про возможность инвестиций банков латышских через вас для украинского бизнеса. Да, ну с культурными проектами, да, ну какие-нибудь фестивали, выставки, да, это спонсируется, но большинство это ну, экономические контакты, потому что с культурными мероприятиями и проектами занимаются другие институции. Насчет финансирования, да, потому что есть еврофондовые деньги, которые непосредственно проходят через нашу агентуру, потому, как я уже сказал, мы подчинены Министерству экономики Латвии. И есть фондовые деньги, есть разные грантовые деньги, и если создаются совместные предприятия, если привлекаются украинские инвестиции в Латвии, то наша агентура не только помогает развивать это предприятие, эту компанию, но она берет ответственность, чтобы она успешно потом работала. И при смене правительства, при смене какой-то власти с ней ничего не случится. Потому что там уже это Евросоюз, там евросоюзные деньги. Это контролируется не только с правительства, стороны правительства Латвии, это контролируется уже с Евросоюза. Как минимум, каждый проект, который создается, где включены еврофондовые деньги, следующие 5 лет ты должен дать отчет. Любое время может приехать из Евросоюза и по выбору сказать, вот я хочу поехать посмотреть этот проект, это созданный завод. Они приедут и посмотрят, вложены деньги, как было намечено проекта или не вложены. Если нет, то сразу будут штрафные санкции, сразу должны будут возвращать деньги и назад. Это уже берется ответственность и государства, и нашего агентства. Так что с такой стати это намного, ну скажем так, тебе есть страховка. Ты, ни один инвестор не должен бояться, что то, что он создает на территории вот Латвии, это уже территория Евросоюза, что его бизнес пропадет и что деньги будут вложены даром. Да, потом, как он будет развиваться, как он будет работать, это уже, ну, как сказать, на ответственность самих предпринимателей, как они развивают свой бизнес. Второй момент, у нас есть создан уже много лет такой, мы говорим, это государственный банк инвестиций, называется он Altum. Ну, акционеры этого банка 3 министерства, Министерство сельского хозяйства, Министерство экономики, Министерство финансов.
И даже с пандемией выделялся намного больше денег поддержки предпринимателей, разные программы. И как одна программа, то, что может быть интересно и для Украины, то, что я уже вначале сказал, что если создается совместное предприятие, то этот банк готов сфинансировать. И он также, если, например, и не только совместные, и местным предприятиям, если какой-то брала кредит Коммерцбанка, то ты можешь остальные деньги получить из этого Алтума, из инвестиционного банка, и он даже берет гарантии, если что-то вот как, ну, например, теперь никто не был пострахован, что будет такая ситуация, например, ну, в туристическом бизнесе, в гостинном бизнесе, тоже авиация, то они берут уже гарантию непосредственно на себя из коммерческих банков, чтобы этого предприятия не постигло банкрот, и он мог, ну, как сказать, преодолеть эти трудности и работать в будущем. И есть и разные другие поддержки, и разные другие программы поддержки новых семей. Если она закупает, там, например, квартиру, то есть специальная государственная программа для поддержки. Ты не должен идти брать кредит в Коммерцбанке, а вот ты можешь идти вот этот государственный банк. И если будут в твоей семье трудности, они рассматривают. И не будет так, как Коммерцбанком, скажем так, если время пошло, счетик включен. И плати, если не заплатил, все, отдавай свою квартиру, свое имущество, и все, все пропало. Да? Так что это тоже на благо, и это такое, ну, большая помощь развитию и, ну, ну, сотрудничество между странами, такого бизнеса, как и между Латвией и Украиной тоже. Спасибо, Айнарис. Я знаю, что очень много на политическом уровне поддерживает Латвия и Украину, учитывая сегодня, что есть боевые действия на территории Востока. Я знаю, что есть задачи у латвийской стороны помогать, и они помогают очень активно по реабилитации военным. Вот вопрос такого плана. Как вы чувствуете и видите, когда вот это, Александр, и к тебе тоже вопрос, когда люди обращаются со стороны, ну, литовский бизнес, как поработать с Украиной, не пугает ли их взаимодействие с восточной частью Украины, там, с Донецкой областью, с Днепропетровской областью? Вот какие ваши ощущения? Мне очень важно, как уроженцу Донбасса, чтобы наш предприниматель услышал посыл, что сегодня происходит и каким образом проходить этот путь предпринимателям. Если ответить на первую сторону вашего вопроса, то, скажем так, Латвии помогают и будут помогать до сих пор, несмотря на пандемию, ваши солдаты, которые проходят рехабилитацию, проходят и в Латвии. Латвия выделяет из своего бюджета каждый год деньги. И у нас есть очень такой, ну, современный рехабилитационный центр Юрмалы, называется «Вайвари», где каждый год принимаются солдаты. Второе, то, что я делал, когда был руководителем межпарламентской группы, я организовал и до сих пор буду организовать, потому это моя работа от сердца, и за это мне никто не платит, и не дай бог, я никогда не спрашивал за это деньги. Я организую каждый год несколько лагерей ваших детей, которые пострадали по то, которые потеряли своих отцов, не дай бог. И нашим, слава богу, Латвии не такого пока нету. Я надеюсь, что не будет никогда. И дети не виноваты, то, что я всегда говорил. И мы должны помогать детям, и наше самоуправление помогает, и принимает детей. И за это никто не берет деньги, они отдыхают, им организуются экскурсии. И, ну, всякие мероприятия, чтобы дети, когда побывали, ну, всегда организуются примерно на 2 недели,
во время каникул или осенних, или летних, тогда, чтобы они возвращались домой, чувствовали немножко, хотя бы себя отдохнувшими, пережили этот страх, который надо было пережить, потери своих родных, особенно родителей. Так что это первая часть. Вторая часть – нет. Я думаю, что насчет бизнеса такого нету, потому я то, что я говорил насчет вот авиарейсов, открыть там Запорожье, там, этим индустриальным регионам. Если будет хорошее предложение, они будут высматриваться. Но есть одна небольшая, я скажу, даже небольшая, большая проблема. Почему боятся не только латышские, но и западные инвесторы вкладывать деньги? Потому что они не застрахованы. То, что я сказал насчет Латвии, ваши застрахованы. Что он кладет деньги, и при смене какого-то правительства, при смене самоуправления, руководства, скажет, что нет, это нам не нужно, забирайте свой завод или свои инвестиции или закрывайте, мы больше не будем это развивать. У нас идет это, я уже несколько раз за эти дни рассказывал, каждое самоуправление заинтересовано. По первую очередь тянут к себе предприниматели. Почему? Там есть два момента. Первый, самый важный момент, если, например, строится завод на территории какой-то самоуправления Латвии, и там дается, там 50-100 рабочих мест, то из зарплаты рабочих 80% подоходного налога остается в самоуправлении, где этот завод работает, где этот человек живет. Только 20% идет в государственный бюджет. И каждое самоуправление в том числе, Латвии заинтересовано, чтобы ей было побольше предприятий, побольше налогоплательщиков, и тогда она становится богатой, и она может там отремонтировать школы, строить детские сады, там дом культуры и так далее, развивать свою инфраструктуру самоуправления. Это первый момент. И каждое самоуправление тянет к себе, она дает любые льготы. Например, самоуправление может дать до 90% освобождения от налога недвижимости. Сразу на 5 лет, например, и налог на землю, налог на, когда ты построил там завод, на налог от зданий, которые мы говорим от недвижимости, то 90%. И бизнес рассматривает, если есть такие предложения, почему нет. И вот то, что, потому и Латвия не развивается, скажем так, не только в Риге, не только большие города, но многие такие заводы, например, по лесопереработке, они как раз там, где ближе сырье, в маленьких городах, то же самое по переработке продовольственных товаров, молочные заводы, там, где больше, где рядом с сырье. Айнарис, другими словами, если коротко подытожить, латышский бизнес наблюдает за тем, что происходит в Украине, и как только будут созданы подобные условия, которые им создала своя страна, они готовы активно заходить на эти рынки. А мы со своей стороны должны учиться и перенимать ваш опыт государственный, каким образом создать эти условия для того, чтобы бизнес шел вперед и не оглядывался. Я правильно понял? Да, в первую очередь то, что я вчера уже слышал, что у вас уже идет и будут рассматриваться в ближайшее время в вашем парламенте ради законодательства государственной страховки больших инвесторов. Это очень важно. Если инвестор вкладывает, например, мы тоже был, подсчитал один большой завод, например, я месяц назад был в Черниговской области, смотрел, сколько остается там из лесоперерабатывающих заводов, опилок этого, сырье, которое не используется, оно там кучами стоят. Из этого можно было бы делать древесинные пеллеты, которые очень большой спрос в Европе, особенно в Скандинавии, для отопления, для этих бумажных, которые производят бумагу заводы. И это очень большой экспорт-продукт Латвии.
И мы подали, вот мы собрали информацию, сколько, например, вот этого сырья, который там стоит, никому не нужен, сколько, ну, его есть, и дали одному из самых больших заводов Латвии, пилетному заводу Granul Invest, чтобы они подсчитали, какие инвестиции нужны, чтобы сделать этот завод там, в Черниговской области, где есть сырье. Потому что экспорт, ему, им рынок есть, куда продавать есть, это все нормально. Когда они подсчитали, они сказали, примерно надо вкладывать 20 миллионов. Но кто будет гарантировать, что когда мы построим, кто-то не придумает, что нет, нам этот завод не нужен, кто-то не хочет перекупить этот завод, и то, и они боятся. До этого, если будет какая-то страховка и гарантия от государства, что государство, если вкладываются большие инвестиции, берет ответственность, что они не пропадут, заключает договор, например, с таким инвестором, я 100% уверен, что будет не только латышские, много западных инвесторов придет и будут вкладывать деньги. Но теперь, да, теперь этот риск. Да, есть хорошие примеры, да, есть плохие примеры, я слышал из разных стран инвесторов. Но это большой способ риска. И никто, особенно теперь вот такие кризисные периоды, такими большими деньгами, к сожалению, не готов рисковать. По восточной тематике мы хотели бы отметить еще один момент, который мы как-то упустили, что очень активно работает господин Пойкунс, посол Латвии в Украине. Он находится в постоянных поездках в ту сторону, он мониторит ситуацию, он разговаривает с людьми на месте. И это тоже позволяет снять часть напряженности по опасениям. То есть вот мы участвовали активно в вебинарах по Донецкой торгово-промышленной палате, да, то есть как бы где мы видели перспективные бизнесы, перспективные идеи, возможно, где-то не хватает финансирования, где-то нету там надлежащего европейского опыта, но мы как раз, как торговый дом, для тех регионов разработана специальная программа, которая идет не нацелена на коммерцию. То есть там работа идет, да, там она больше носит социальный характер, как бы, это как называется в Латвии, есть такая история, социальное предпринимательство. В данном случае по восточным регионам мы рассматриваем это как социальное предпринимательство. То есть это интересно, это в любом случае нужно делать, и без этого будет это самое. Еще одно большое дело делает господин Мищенко, это посол Украины в Латвии, чрезвычайный полномочный, который тоже со своей стороны принимает ребят с АТО, в том числе раненые, в том числе детские формации, которые приезжают и отдыхают. Я сам в Юрмале живу, вот у нас там недалеко санаторий, и там детки приезжают, ну, хорошо отдыхают. Вот. Поэтому мы думаем, что эта история будет иметь некий социализацию вот этой всей, всех событий, что это все требует внимания, в том числе европейского, к этой всей формации. Я хочу еще добавить один момент, то, что я забыл, то, что мы делаем, например, с латышской стороны для страховки нашего бизнеса, который входит. Благодаря нашему послу, как уже сказал Саша, что мы делаем то, что мы создаем почетные консулы в многих областях Украины. Что это значит? Почетный консул – это местный человек, он из бизнес-среды большинство выходит, который состоятельный, но который уже считается как и дипломат, латышский дипломат. И он берет ответственность, и через него мы можем, вот если наши компании нашли партнера, например, ну скажем так, Запорожской области, где у нас тоже есть почетный консул, очень активно работает человек.
Мы проверяем вот этот компании, вам известно, он знает политическую среду. И это уже как второй катализатор, то, что он, если он сказал, да, нормально, я помогу там с контактами, то он уже как дипломат тоже берет ответственность за то, чтобы там все сложилось. И помогает сложить эти контакты, ну, как сказать, развивать эти контакты и этот бизнес. На этот момент у нас уже есть официально 5 почетных консулов Латвии, Одесской области, Львовской, Черниговской, Черновецкой и Запорожской. Да, и намечается в ближайшее время Донецкой неоккупированной территории открытие почетное консульство и Винницкой области. Но мы работаем, чтобы было больше и больше по территории Украины таких наших почетных консулов, которые непосредственно помогают. Они, да, они не развивают только экономически, они работают на разные проекты, в том числе, как вы сказали, на образовательные, культурные, спортивные. Их, ну, как, скажем так, он как, ну, маленький заместитель посла в этой области, да, Латвии. В регионе. Ну, вы знаете, мне очень нравится в последнее время вот этот симбиоз работы двух послов. Видно, что есть хорошая динамика. Я хотел бы буквально двумя фразами подвести итог нашей сегодняшней встречи. У меня любимая фраза «без контактов нет контрактов». Поэтому хочу обратить ваше внимание, что вот есть электронная почта на мониторах торгового дома со штаб-квартирой в Латвии. Задавайте вопросы, обращайтесь. С вашего позволения, Айнарис, на площадках торгового дома будет вся информация о ЛИА, для того, чтобы максимально предприниматель за короткий промежуток времени получал ответы на вопросы. Ну и буквально по пару фраз от каждого с пожеланиями для украинского бизнеса. Большое спасибо. Ну, без контактов нет контрактов. Все правильно. Почта есть, Вячеслав есть в Киеве, я есть в Риге. Айнарс есть в дороге между Ригой и Киевом постоянно. То есть в любом случае предприниматель может обращаться и к директору торгового дома, и к члену правления, одному, второму, для того, чтобы получить ту необходимую понимание, что ему надо или что он хочет, как бы вот в таком каком-то формате. Я думаю, что это... Этот мостик позволит нам все-таки увеличить товарооборот между странами в какое-то количество раз. Да, что я хочу пожелать, мои контакты можно найти на странице посольства Латвии в Украине, я, мой кабинет тоже там, я, и, как уже сказали, между Латвией, потому что бизнес, как я уже сказал, не строится, сидя на месте. Я не боюсь ехать, я не боюсь встречаться с людьми, потому что я, может быть, человек старого поколения, который делает бизнес, непосредственно встречаясь с людьми, непосредственным контактом. И очень трудно, я думаю, делать бизнес через интернет-платформу, если ты не познакомился, не встречался с этим человеком, не видел то, что он делает, не видел его производство и так далее. То, что я хочу пожелать, приезжайте, инвестируйте на территории Латвии, создавайте. И главное, я думаю, самое главное, создавать совместные предприятия, которые, несмотря работают на территории Латвии, Украины, но совместные предприятия, и это есть возможность развиваться в обои стороны, и латвийскую сторону, и украинскую сторону, где обоим сторонам будет благо от этого. Спасибо. Спасибо еще раз. Я хочу сказать большое спасибо антикризисному медиацентру за предоставленную площадку. И мы хотим от имени торгового дома передать вам такой небольшой подарок. Календарь на следующий год. И хочу обратить внимание, что здесь уже присутствуют торговые марки Украины, которые уже работают с торговым домом. И бизнесу хочу пожелать, тут еще есть место, где размещаться на следующий год, стать партнерами торгового дома и зарабатывать совместно. Спасибо вам.
Дякую, будемо завершувати.